Привет, друзья! Добрый вечер, команда! Сегодня с вами наш Дед Мороз Михаил Булавцев. И наша прекрасная Снегурочка Лилия Донскова. Не такая еще и Снегурочка, скорее. Прекрасная, распрекрасная. Скорее не Снегурочка. Привет, ребята! Ну что, готовы к поздравлениям? Вы знаете, сегодня у нас с вами необычная встреча. Это первая встреча в этом году. Это подведение итогов завершающего каталога номер 17 2016 года. То есть это было еще в том году. Вроде бы это было, кажется, так давно, но на самом деле это было совсем недавно. Вы знаете, я немножечко хочу вам рассказать про 17-й каталог, потому что он того стоит, особенно последний день. Впервые, наверное, в истории Арифлейм каталог закрывался 31 декабря. Да, согласитесь, вот кто с нами давно работает. Так вот, смотрите, ребят, дело в том, что 31 число все готовили салаты, да, наряды, уже многие пили шампанское, праздновали. А мы сидели за клавиатурой, сидели с телефонами, вы всех знаете, прозванивали. Поставьте в чате восклицательные знаки те, кто в 31-го выбрал работать и закрыть каталог так, как планировали, так, как вы это намечали в начале. Кто это делал? Да, да, я знаю, что практически все вы, кто пришел сегодня, вы не просто так пришли, а потому что вы знаете, что в ваших командах или вы сами, или ваши партнеры сегодня будут получать свои награды, свои поздравления. Это здорово, просто очень круто. Мы хотим вас поблагодарить за эту неуемную страсть, которую вы постоянно демонстрируете, за то, что вы такие целеустремленные, амбициозные. Я вам могу честно сказать, друзья, что если бы мне сказали выбирать, я бы выбрала вас. Я бы выбрала только вас, нашу команду, наш коллектив. Какие мы все разные, удивительные, потрясающие. Каждый друг друга чему-то учит. И результат каждого, даже маленький результат, вдохновляет и придает огромное количество силы, энергии и желания двигаться еще сильнее вперед. Согласны? Лиль, ну здесь выбор без выбора. Здесь, конечно же, команда — это не просто наша команда, наша работа. Это наша жизнь уже, поэтому мы выбираем... Семья. Да, это наша семья, поэтому мы выбираем всегда на первом месте команду. Выбираем, ставим, действуем. Для нас команда превыше всего. И все-таки начинаем подводить итоги каталога номер 17. И давайте посмотрим, с каким же результатом мы закрыли каталог номер 17. Сразу скажу, в скобках указаны результаты каталога предыдущего, 16-го. И вы можете сами сравнить, насколько они значительно отличаются от каталога номер 17. Класс. Итак, товарооборот нашей команды по России составил 25 с небольшим тысяч бонусных баллов. В прошлом каталоге, обратите внимание, 21,5. 20. Не надо, не перечисляй. Wellness 1861 бонусный балл. 105 человек к нам пришло в команду за весь 17-й каталог. 28 из них совершили свой первый активационный заказ, то есть проявили активность, включились в работу. 17 квалифицированных рекрутов в нашей команде. Обратите внимание на переход какой, качественный переход идет. И 27 человек мы разбудили, реактивировали. Вернули из спячки. И я хочу отметить результаты нашей украинской веточки в команде Ольги Мальцевой. Самой большой международной ветки. Да. У нас их много, но вот хотели Ольгу отдельно выделить. Да, Ольга, она постоянный такой у нас, как, она в тени, да, про нее никто ничего не знает, но она постоянно активно работает, живя на Украине. Ребят, это настолько удивительно, что мы можем вести с вами международный бизнес и работать с людьми из разных стран и городов. И Егоренко Ольга, это мамочка молодая, мама Миши, не подумайте, что это у Миши. Вот, товарооборот ее команды составил 680 баллов. Wellness 84. Два новичка, они же два стали кюрекрутами. Вот так. Такой вот стопроцентный переход сразу в активные партнеры у Ольги.
Да, круто. Аплодисменты, Оля. Спасибо, что ты с нами. Да, ценим, любим и желаем мощнейшего карьерного роста. И мы продолжаем дальше двигаться. Итак, результаты, новые результаты в каталоге номер 17. Удивительные. На уровень 3% вышли 57 человек. Ребят, кто на 3%? Ставьте Ставьте троечку. троечки, ставьте в чате. На уровень консультанта 6% вышло 11 человек. И те, кто вышел на 6%, ставьте шестерочку в чате. Браво! На уровень 9% 13 человек. Новый уровень 9%. Ребят, это уровень менеджера. Да, это первый менеджерский уровень. Да, это уже серьезное достижение. Молодцы. На уровень менеджера 12%. 21 человек. Класс! Супер! И это еще не все. И на уровень 15% вышли 30 человек нашего проекта. Ребят, вам аплодисменты. Вообще это супер мощные результаты. И всего у нас 132 новых уровня. Представляете, какие мы молодцы. А теперь давайте поговорим о наших активных партнерах, о участниках премьер-клуба, которые у нас получают зарплату. Зарплату, а еще что они получают? Ну, я считаю, что зарплата это самый выгодный, самый такой потрясающий мотиватор, ради которого нужно работать. То есть Ну, это даже не скидки, мужчины, да. взгляд мужчины. Ну, А я конечно могу же. сказать, что участники премьер-клуба отличаются еще и тем, что у нас с вами, да, вот, ребят, кто в премьер-клубе, ставьте пятерочки все. У нас с вами дополнительно есть каталог премьер-клуба, откуда мы можем выписывать продукцию со скидками до 80%. У нас с вами есть еще дополнительно скидка 50% на самый дорогой продукт. Это же круто! Мы всегда берем в семью или суп, или коктейль wellness и экономим почти 1000 рублей, вот просто используя такую скидку. Лиль, ну, наверное, будет круче получать 100 тысяч рублей в месяц Не зарплату. спорю. Конечно же. Но начинаем же мы с малого. Итак, участники премьер-клуба у нас 81 человек. Ребята, вам аплодисменты. И суммарно совершили заказ на почти 16 тысяч баллов. Всего 81 человек. То есть это Это, уровень золотого директора? да, считай, две директорские команды. Да. Это практически 64% от общего товарооборота. Ребята, вот здесь есть люди, которые пришли строить бизнес. Поставьте в чате восьмерочки. Я хочу обратить ваше внимание, что если вы хотите строить бизнес, учите ваших партнеров быть сразу с первых дней в премьер-клубе. Они сразу увидят деньги, выгоды и останутся с вами навсегда, потому что это выгодно, это круто. Итак, посмотрим, кто же у нас входит в топ-10 личных заказов, да, от 150 баллов и выше. Это 4400 баллов суммарно сделали всего 10 человек. Ну и кто же эти отличники? Барабанная дробь. Это мы, как всегда. Это мы. Мы показываем пример просто. Буквально сидя дома, Да. люди чуть ли не сами к нам приходят, а важно просто-напросто проинформировать весь свой близкий круг о том, что вы являетесь менеджером, директором, консультантом, просто представителем, Просто хорошим просто человеком. лидером, да, компании Reflame. Итак, Лукьянова Светлана, 551 балл. Иванова Анна, 508 баллов. Склеренко Мария, 487. Амангалиева Ольга, 450. Браво! Вообще, ребята, таких бы, да? Караева Анна, 390. Фролова Татьяна, 305. Жилина Людмила, 303. Костикова Наталья, 296. И Макарова Зинаида, 291 балл. Вот такие у нас вот лидеры. Круто, молодцы. Да, очень круто. Ну а теперь поговорим о линейке продукции Wellness. Это та продукция, которая нам дает энергию, силы, красоту, Здоровье, где мои мышцы? здоровье. Да. И у нас по команде суммарно заказали продукцию Wellness на 1861 бонусный балл. Итак, кто же Также по ходит? традиции посмотрим на лидеров топ-10 по потреблению продукции, wellness-продукции. Почти 1000 баллов сделали 10 человек.
Итак, это Лукьянова Светлана, 209 баллов. Рябова Лариса, 147 баллов. Григорьева Наталья, 122. Васин Владимир, 120 баллов. Мы с Мишей на 100 баллов. Мамедова Гельшат, 83 балла. Варгина Наталья, 65. Мальцева Ольга, 61. Вяткина Ирина, 51. Фролова Татьяна, Алешина Наталья, да, 51 балл. И Фролова Татьяна у нас замыкает десятку лидеров, 50 баллов. Молодцы, вам аплодисменты. Да, давайте кушать wellness, потому что это не только вкусно, но и очень полезно. Все, кто к нам в гости приходит, мы всем обязательно делаем wellness-дегустацию всей продукции wellness, которая у нас имеется. А имеется у нас практически все. Нет шоколадного коктейля. Да. Итак, я хочу вам представить команду. Степанова Яна с личным заказом 180 баллов и групповой заказ 1675 баллов. И прошла четвертый шаг стартовой программы. Яночки, аплодисменты. И у Яны есть активный новичок. Это Бибарсова Марьям, 13 баллов. Личный заказ. Начало положено. Представляю команду Гришиной Натальи. Натулю уже все заметили, да? Личный заказ 230 баллов, групповой заказ 1470 баллов. Вы знаете, я всегда удивляюсь, ну как это мамочки в декрете, у которых малыши буквально грудные там по несколько месяцев, годику, полтора, как вы умудряетесь делать такие большие заказы и еще и строить бизнес? Расскажите, пожалуйста, ваши секреты. По команде у Натальи пришло 10 новичков, 2 из них стали рекрутами и 3 квалифицировались, прошли первый шаг стартовой программы. Итак, активировались у нас Смирнова Лариса, Феоктистова Мария, красотки. Новые результаты в команде. На 3% вышли Цыганкова Галина с личным заказом 181 балл, групповой 283, и Морозова Наталья с личным заказом 75 баллов, групповым 251. Молодцы, девчонки. Круто. Консультанты 6%. Посмотрим, кто здесь. Это Ряшина Наталья. Анатолий, ты здесь? Отзовитесь. Кто есть в комнате, смайлики ставьте, аплодируйте. Личный заказ 233 балла и групповой 484. Круто. Мартысевич Сюзанна. Личный заказ 204, групповой 487. Такие уверенные, крепкие шестерочки. И обратите внимание, результат здесь представлен, то есть лидеры, как консультант 3%, так и 6%, представлены из разных веток. То есть у нас Наташа уже активно занимается построением своей структуры симметричных веток. Да, все правильно. Слайды двигаются у всех? Маш, ты меня пугаешь. Итак, стартовую программу прошли у нас. Первый шаг. Михалкина Оксаночка. Аплодисменты. Поздравляем. Цыганкова Галина. Красотка. Кстати, у Натальи команда вся из теплого рынка. Плющева Елена прошла у нас второй шаг. Леночку поздравляем с прохождением второго шага. Наталья Ряшина прошла второй шаг. Вы знаете, мне уже нравятся подарки такие классные на втором шаге. Дальше еще круче будет. Вы знаете, сегодня приезжала Анюта Иванова к нам в гости. Она получила как раз сегодня подарок за третий шаг, где тональная основа Джордани. Она мне ее даже привезла показать, какая она красивая, как будто я никогда не видела. И говорит, какая она, как она вкусно пахнет, какая кожа. И она действительно сегодня выглядела просто потрясающе, честное слово. Поздравляем Мартысевич Сюзанну с прохождением второго шага. Кстати, у Сюзанны 3 малышей, еще есть девочка, которой всего годик. И сама Наталья прошла третий шаг стартовой программы. Вот показывает, Наташа показывает своим примером всей своей команде, как нужно идти по лестнице успеха, как нужно идти по всем программам и получать все выгоды от компании Oriflame. Да, личный пример. Мелочиться? Да. Пришли работать, нужно работать. Итак, участники премьер-клуба, ну мы их сейчас всех показывали, да, у нас здесь еще добавилась Свиридова Екатерина с личным заказом 161 балл, молодцы. Приятно видеть. И передаю микрофон нашему менеджеру, команде Михаила Булавцева. Аплодисменты. Спасибо большое.
И теперь... И что там какой-то без бороды, непривычно даже. Фотку поменяй. Да, надо, надо. Друзья, спасибо большое. Всех поздравляем еще раз с такими потрясающими результатами. И теперь переходим к поздравлению нашей команды, наших активных партнеров. Начну со стартовой программы. С тех новичков, которые у нас активно двигаются по стартовой программе. Наше поздравление будет разбито на два блока. Один блок у нас будет новоиспеченный менеджер 15%, не скажу вам кто, угадайте сами. И второй блок, оставшуюся команду, я озвучу сам. Итак, Павлова Ольга у нас прошла первый шаг стартовой программы. Отлично. Куденкова Анастасия в этом каталоге вообще в 17-м удивила. Прошла второй шаг стартовой программы. Молодчина. Молодец, Настя. Тоже у Насти двое малышей маленьких совсем. Куликова Ирина прошла второй шаг стартовой программы. И у нас есть Ивченко Дарья, которая прошла четвертый шаг стартовой программы и получила по классный окончанию подарок. Каталога номер 17, да, самый дорогой подарок. Ну и, конечно же, премьер-клуб. Это наши активисты, как я уже говорил, люди, которые получают помимо скидок 50%, там бла-бла-бла, получают у нас деньги. 24 человека из нашей команды получают зарплату, получают круто. Выплаты от компании Oriflame. Кто-то на свой лицевой счет в банке, кто-то пока на товарное поле, но они у вас там хранятся. И как только вы решите стать индивидуальным предпринимателем, компания Oriflame перечислит вам сразу их на ваш счет в банк. Кругленькую сумму да. сразу. Там уже гораздо больше 100 тысяч. Я чуть-чуть недорассказал, но ладно. 24 человека у нас участники премьер-клуба с суммарным заказом на 4800 бонусных баллов. Молодцы. Ой, спасибо паузу поставила. Спасибо за такую активность. Не будем перечислять. Здесь идет у нас по нарастающей. Кто видит себя, ставьте Ой, плюсики. Он стал сам рисоваться. Ты нажми на кнопочку. Пошло слайд-шоу. Да, быстренько себя смотрим. Давайте, кто себя видит, ставьте плюсики, смайлики. Давайте чат немножечко раскрасим. Все-таки у нас сегодня не просто семинар, а это праздник. Сплошное волшебство. Да. И давайте озвучим новые результаты работы нашей команды. Пока в цифрах. Но они такие, настолько серьезные. Консультант 3%, 9 человек. Консультант 6%, 2 человека в нашей команде. Менеджер 9%, 13 человек. Менеджер 12%, 21 человек. И менеджер 15%, 30 человек. Бомбанули. За счет чего у нас, и вообще не только у нас, но и вообще... Нормально. За счет чего такое большое количество новых уровней? Как раз это спонсорская поддержка, когда у нас строится структура друг под друга, именно вот этими вот морковками, там, кто как их называет? Веточками. Веточками, да. И это очень стимулирует, очень так помогает быстрее включиться в работу всем нижестоящим партнерам. Соответственно, такой опыт построения структуры даст гораздо больший результат. Давай и же, быстро. Давай же хвалить. И хочу поздравить буквально два человека, менеджеров 15%, которые проявили наибольшую активность. Это Орлова Ксения, город Саратов. Ю-ху! Ксюша у нас сейчас в комнате. С личным заказом 158 Круто. Баллов и групповым уже 3555 баллов, то есть уже практически половина от директорского товарооборота. Ксюша, это потрясающий результат. Двигайся в этом же направлении, и директорский результат будет уже очень быстро. И второй менеджер 15%, показавший прирост 60% по сравнению с предыдущим каталогом, а когда уже результаты работы команды личные переваливают 1000 баллов, прирост 60% – это реально большой прирост. С групповым заказом 3000 бонусных баллов наша Екатерина Бахаева вышла на уровень менеджера 15% и получила выплату от компании Oriflame 4600, почти 50 рублей.
И это помимо скидки 20%, которые у нас получают в качестве немедленной прибыли все консультанты. Если посчитать еще и с этой скидкой, то выйдет гораздо больше. Не, ну круто, за 3 недели вот так вот студентка, да, с малышом дополнительно. Катюш, уже придумала, на что потратишь денежки? Да, как-то уже такую сумму можно там платьишко красивое купить уже, да, туфельки, уже что-то сделать, там на концерт крутой сходить. То есть есть уже какие-то маленькие мечты, можно реализовать. Ну что, мы передаем микрофон новому менеджеру. Катюш, сейчас мы тебе передадим микрофон, и вот просто расскажи в 2 словах, как вы работали, как вы проводите вот эту вот организационную работу в вашей команде, потому что у тебя, конечно, собралась такая звездная команда, лидерский состав, очень мощный. Я могу сказать, что девчонки старше тебя намного, да, многие имеют опыт работы в организации, да, руководящий, то есть ответственные, серьезные такие крутые девчата у тебя, поэтому будет, мне кажется, интересно всем вот послушать, как вы это делаете. Так, ищу Катюшку, передаю микрофон. Ребята, а вы встречаете аплодисментами, а мы пока откланиваемся. И следующая команда у нас готовится. Все, я тоже. Всех приветствую, спасибо большое за поздравления. Всех поздравляю с концом 2016 года и с началом 2017 года, с началом нового каталога. Привет, привет. Так, как мы работаем? У меня действительно очень крутая команда, я их никогда не перестаю хвалить, они у меня просто суперские. Работаем мы с теплым рынком в основном. Многие у нас работают с каталогами, и постоянно, то есть мотивация, созваниваемся, обсуждаем, что как, вот буквально вчера, сейчас я прибавлю микрофон, слышно ли? Буквально вчера созванивались с нашей ключевой командой, это Анютка Иванова, это Фролова Танюшка, они сейчас в комнате, вот, поэтому я всех очень ценю, и это действительно большой труд, и я желаю вам просто огромного роста, чтобы вы вообще ставили себе огромные цели, потому что в большие цели легче попасть. Так, Лиль, ну что, я буду слайды озвучивать. Угу. Вот моя большая команда, это наши бриллианты будущие, я в этом не сомневаюсь, потому что у нас действительно крутая команда, все, кто приходит, мы их сразу ориентируем на... Учим, рассказываем про все плюшки премьер-клуба, потому что это очень важно. Вот, дальше давайте слайды. Поздравляем Жукову Елену, консультант 3%, уже второй каталог в премьер-клубе с личным заказом 150 баллов, и выплата составила 831 рубль. Прошла второй шаг стартовой программы и получила уже подарок за первый шаг. Далее, у нас в команде новый консультант 3%, Юлия Косматова. Тоже поздравляю, не видела ее в комнате. Поздравляю, буквально в конце каталога сделал заказ в премьер-клуб, то есть вошла в премьер-клуб с заказом 154 балла. Прошла первый шаг стартовой программы и выплата составила уже 1000 рублей. Вот. Дальше давайте. Далее. У нас есть новый консультант 6%. Это Соломонова Сашуля. Тоже поздравляю. Девочка очень активная. И желаю огромного роста. Личный заказ 258 баллов. Выплата 2164 рубля. Это просто вау для 6%. И прошла второй шаг стартовой программы. Я прям горжусь своей командой. Давайте дальше, Лель, слайд. Далее, новый менеджер, 9%, Танюшка Фролова. Юху, я тебя поздравляю от всей души. Ты у нас просто такая звездочка всегда, всегда выступаешь. Я прям за тебя очень сильно рада. 305 баллов личный заказ, выплата 2288 рублей. И желаю тебе огромного роста в этом году, чтобы как минимум бриллиант, потому что ты настоящий алмаз,
который просто должен бомбить, расти. Давай, Лель, дальше. Далее, поздравляю Костикову Наташу с новым уровнем менеджер 9%. За два уровня у нас Наташа, за два каталога у нас Наташа вышла на уровень консультант 6%, и сразу же, буквально в конце каталога, вышла на уровень менеджер 9%. Я тебя поздравляю от всей души, ты просто умничка. И личный заказ на 296 баллов. Просто молодцы, девчонки, вообще. Я прям горжусь вами. Далее. У нас, как Миша уже сказал, очень много уровней, новых уровней, менеджер 12%. Вот на слайде вы видите, кто у нас вышел на уровень 12%. Давайте поздравим их всех уже более так лично. Давайте дальше слайд. Так, от души вообще поздравляю Анютку Иванову, это просто бомба, постоянно нас зажигает, постоянно смешит просто, дает огромный заряд мотивации, огромный заряд энергии просто, они прям с Танюшкой на пару. Новый уровень, менеджер 12%, вошла в премьер-клуб с личным заказом 151 балл. Прошла третий шаг стартовой программы, и выплата составила 3884 рубля. Это вау просто! Поздравляю тебя, Анютка! Далее, новый уровень менеджер 12%, Устина Леона. Вот опять же, как Миша говорил, когда делаете построение морковкой, когда у вас партнеры сразу не включились, когда они видят рост, начинают видеть рост, они начинают потом включаться. И вот Аленка у нас включилась не сразу, но сейчас она уже активно начинает рекрутировать, активно разбирается в бизнесе, проходит бизнес-школу. И уже второй каталог в премьер-клубе, 215 баллов лично, ее выплата 1844 рубля. Аленка, я тебя поздравляю от всей души и желаю скорейшего роста. Да, Анют, тоналка в тему. Главное, тоналка. Дальше поздравляю Дашулю Копцову с новым уровнем, также менеджер 12%. Вошла в премьер-клуб с личным заказом 173 балла, и выплата составила 1458 рублей. От души тоже поздравляю. Желаю огромного роста. Все девчонки молодцы. Лиль, давай дальше слайд. Далее, также у нас есть новый менеджер 12% Малышкина Оксана. Тоже поздравляю и желаю скорейшего роста, как минимум бриллианта. Дальше давай. Также еще один уровень менеджер 12%, вы еще не устали. Вехарева Анастасия пошла в премьер-клуб с личным заказом 200 баллов. У Настюши два малыша-хулигана. Я, честно говоря, вот как Лиля говорит, я не представляю вообще, как можно успевать делать такие заказы огромные с двумя малышами, да, которые постоянно отвлекают, постоянно там шум, гам и так далее. Но Настюшка все-таки выбрала для себя разобраться в этом бизнесе, расти и быть бизнес-леди. Личный заказ, как я уже сказала, 200 баллов и выплата 1808 рублей. Так, дальше давайте. Танюш, у тебя вообще трое. У Танюшки, кстати, трое детишек тоже. И буквально вчера разговаривала, она все время в проекте, она все время мотивирует нас, она делает большие заказы. Вот. Наши рекруты – Салина Ольга, Копцова Наталья, Лебедева Елена, Родина Александр, Ширяева Дарья. И наши Q-рекруты – Сыромля Елена и Маркина Ирина. Тоже поздравляю. Ну и все. Желаю вам роста, всем быть в бриллиантовой команде. Все, пока-пока. Привет, так, поставьте плюсики. Слышно меня? Я вообще много пишу.
Слышно, да, отлично, всех поздравляю с Новым годом, конечно же, с закрытием каталога. Представлю свою команду, кто меня не знает, меня зовут Мария Скоренко. Немножечко не видно, немножко съехала. Давай дальше, Алис. Видя, Миша, кто там за пультом? Итак, у нас есть новые уровни, сразу решила начать с новых уровней. Новые консультанты 3%. Это наш новичок, буквально пришла девушка и сразу, буквально в первый же день, мне кажется, сделала заказ 150 баллов, тем самым вышла сама на уровень 3%. Это Семенова Елена, спонсор Наталья Кваширава. И всеми, наверное, уже всем знакомая по чатам, это Жанночка Новичкова, спонсор Наталья Шефкель, тоже вышла на 3%. Давай дальше, Ли. А также я не буду читать, кто вышел, кто видит свои команды, думаю, все видят. Также поздравляем ребят, которые, так как мы строим морковку, автоматом тоже выходят на новые уровни. Мы всех поздравим, обязательно всем напишем. Дальше. Первый шаг в стартовой программы у нас прошли. Это Марина Мирошник с личным заказом 152 балла. Это первый шаг стартовой программы, спонсор Наталья Алешина. Натали, как я ее красиво написала, да, сразу прибегал. И Лена Семенова, как я уже сказала, тоже сделали 150 баллов. Спонсор также Натали Алешина. Почему Натали, не знаю, ну неважно, давайте дальше. Премьер-клуб. Ну, неизменный премьер-клуб это... Мария Скоренко, Людмила Викулина и Наталья Алешина. Баллы, думаю, все видят. Мне кажется, уже из каталога в каталог мы всегда в премьер-клубе, и это не меняется, в принципе. Также премьер-клуб у нас Наталья Квашилава и Иванова Елизавета. Второй каталог они в премьер-клубе получат скидку 50%. Мне кажется, первый раз, когда сделали премьер-клуб, что... Наташа, что Лиза говорили, что ну второй каталог точно не получится выйти в премьер-клуб, но тем не менее, как видите, у Наташи вообще 229 баллов, это было так ненавязчиво, так легко. И Лиза тоже сделала 150 баллов. Давайте дальше. Это должно быть нормой, согласна. Просто первый раз кажется, что это нереально. Семенова Лена уже ее представляла, и Мирошник Марина тоже премьер-клуб с личным заказом по 150 баллов. Дальше давайте. Вообще, я считаю, премьер-клуб он затягивает, поэтому если первый раз сделал, то потом уже хочется еще больше и больше. О, переставила девчонок фотографии, а фамилии не изменила. Виктория Безумова, 158, личный заказ, думаю, не все узнали, да, что я поменяла местами фотографиями. И Вероника Талеева, 150, личный заказ. Да, немножечко с цветом играла, потемнее туда, посмотрела туда и забыла поменять фотографии. Сергей Воробьев, 189 баллов, личный заказ. И Луиза Фомина, 173 балла, личный заказ. Фомина Луиза, может сказать, сделала заказ в последние секунды. Да, когда Миша мне уже написал, я тут Луизе с работы позвонила, и буквально она добила практически на 150 баллов заказ, так как был уже 20 заказ, был 20 баллов, и сделала 20-73. Вот, это наши такие, можно сказать, активные потребители. Звук шуршит. Я тут еще пробежалась немножко, ребенка выгоняя из комнаты. Наши рекруты. Елена Семенова. Сегодня она у нас на каждом слайде с личным заказом 150 баллов. Если бы все были такие рекруты, как Леночка, то это было просто замечательно. И Николаева Ирина. Личный заказ 11 баллов. Спонсор также Наталья Квашилава. Всех моих рекрутов, конечно, очень любим. Просто кто сразу приходит и делает 150 баллов, это, конечно, здорово. Наш актив потребитель. Люди... которые делают заказы, которые работают многие из них. Но так как заказы, да, мы премьерщиков поздравляем, первые шаги. А это все, кто делают заказы из каталога в каталог. Всех мы их тоже поздравляем с активным участием в 17-м каталоге. Давай дальше, Али.
и всю-всю нашу любимую команду, всех, абсолютно всех, кто сейчас в комнате, кто будет смотреть видео. Я поздравляю с Новым годом и, конечно же, желаю новых свершений в наступившем году. У нас еще вон вся лестница Айвэй впереди, можно сказать, так что все по ступенькам потихонечку давайте подниматься и делать новые подвиги, новые шаги, новые звания закрывать в наступившем году. Всем давайте спасибо за внимание. Давай передавать следующему. Всем пока-пока. Не прощаемся, конечно. Всем добрый вечер. Как меня слышно? Поставьте плюсики в чате. Меня слышно? Отлично. Какой у нас слайд стал? Необычный. Немножечко был другой. Всем привет. Не знаю, что со слайдом стало. Был он белым цветом. Почему-то изменились цвета на нем. Никто его не трогал, ничего. А еще раз поздравляю команду «Карьеры онлайн» с закрытием 17-го каталога, с Новым годом, с наступающим Рождеством, со всеми праздниками, которые будут еще. И, конечно же, это моя команда и команда Ромы, это мы вместе работаем, наши активчики. Всех вас тоже поздравляю. Давайте дальше. Что будет на следующем, интересно. Наши активные партнеры, это, конечно же, Рома, мы активно работаем с ним, это Ларисочка Рябова, Анатолий Мирошниченко и Ирина Вяткина. У нас как раз Лариса Рябова является спонсором именно Анатолия и Ирины, она их пригласила, они с самого первого дня, с самого первых моментов включились в активную работу, я их очень поздравляю с этим, что они все-таки разобрались, они пришли в нашу команду, и мы все вместе продолжаем работать. Лиль, давай дальше. Также я поздравляю с первым заказом. Это Алина Батурова. Она как раз у нас пошла уже на терминацию. Она девочка у нас студентка, очень занята. Сейчас сессия начинается, у нее все время нету времени. Но я ее предупреждала всегда и говорила, что Алина, у тебя команда растет, вы выходите на новые уровни уже. Давай сделаем заказ. Она все-таки решилась, она сделала сама активационный заказ, оплатила его и уже забрала. Поэтому я ее тоже поздравляю, она обязательно включится, как немножечко время освободится и будет уже активно работать. Здесь следующий слайд. И, конечно же, поздравляю нашего активчика, нашу просто замечательную девушку, можно сказать, да, это Ирину Вяткину. Она с первых дней включилась в работу, прошла первый шаг стартовой программы. Также она активно рекрутирует, приглашает новых партнеров в свою команду, участвует во всех обучениях, во всех планерках и везде-везде она у нас есть. Умничка, я тебя поздравляю, Ирочка. Конечно, Анастасия Труфакина и Лариса Рябова. Это неизменный премьер-клуб у нас в команде идет. Я думаю, что уже все знают этих людей. Слайды на место. И, конечно, я поздравляю Анатолия Мирошниченко. Знаете, этот, наверное, человек очень долго просился на собеседование. Я не помню, сколько раз он у меня просился, и у Ларисы просился. Но все-таки мы провели с ним собеседование, и он начал активно работать. Кто бы знал. Также он прошел первый шаг стартовой программы. Он вышел в премьер-клуб, сделал на 150 баллов, и также это новый уровень 3%. Я его тоже поздравляю, он активно работает, учится. Немножко тяжеловато, конечно, дается ему это все, но они вместе с Ромой все время на связи, постоянно они обучаются именно рекрутингу через социальные сети, со списком знакомых. Поэтому я его тоже поздравляю, только вперед и не шагу назад. Да, здорово, когда мужчины работают. Wellness по команде у нас идет 224 балла. На первом месте у нас идет Лариса Рябова, Труфакина Анастасия и Ирина Вяткина. Здесь я не вижу уже, сколько баллов они сделали, но они у нас всегда, получается, что участвуют и в премьер-клубах, и пользуются Wellness, то есть за здоровый образ жизни. 51 балл. Wellness было. И, конечно, мы желаем всем успеха, вся наша команда. Знаете, успешные люди все успевают. Все на себе и словам своим знают.
Важнее всего для них результат. Главный принцип – не шагу назад. Я вас всех поздравляю. И, конечно же, хочу отметить одну девушку. Не с нашей команды она в параллельной веточке с общей командой Олеси Бахматовой. Это Анечку Гладкую. Это девушка, которая никогда не сдается. Какие бы были препятствия, что бы ни случалось, она всегда на связи, она всегда с нами, мы ей помогаем. Ань, я тебе желаю, конечно же, достичь огромного здесь результата, как и всем остальным, и чтобы у тебя все получилось. Дальше помощью это всегда будет. Всем спасибо, всем пока-пока. Привет, привет. Так. Как меня слышно, пожалуйста, поставь 5-1. Да, хорошо, плюсики пошли, отлично. Так я давно не выступала, даже соскучилась уже. Друзья, ну что, поздравляю всех с Новым годом, с новым счастьем. Желаю всем хороших новых достижений в этом году. Лид, давай дальше. Наша, конечно, уникальная команда. Мы все, если в декрет, то всей командой в декрет, да? Если работать, то тоже выращиваемся всей командой. Так, ну тут такой сайт сделали. Да, мы получаем от жизни то, во что верим. Согласны с этим? Согласны. Ну вот представлю, это менеджеры Анюткины команды, да, Аня наш вышестоящий спонсор. И на данный момент она вот укладывает ангелинку свою, не смогла сегодня выступить, закапризничалась. И вот мы менеджеры, я и Наталья, да, пока работаем. Лидочка, давай дальше. Мы ворачиваем свои позиции обратно, да, ворачиваем свои уровни, зарплаты, догоняемся, кто уже нас обогнал. И у нас тоже есть в команде много участников премьер-клуба, те, кто сделали заказы от 150 баллов. Это Аня, я, Наташа. В моей команде есть люди, которые, да, они не работают, но делают заказы. Так приятно, конечно, молодцы. Я им потом это видео скину, пускай посмотрят, как их поздравляют. Будет очень приятно. Из команды Григорьева Наташи, вот Полянина Надежда, она прошла первый шаг стартовой программы. Давайте ее поздравим. Это вообще очень важно, пройти первый шаг. Это не каждый новичок на это решается. Но какие подарки она получит замечательные. Надежда, мы тебя поздравляем. Будешь смотреть видео, сама себе похлопай. Молодец. Конечно же, остается неизменным наша Олечка Мангалиева. Это уникальный поистине человек, она делает огромные заказы и при этом еще успевает работать в интернете. Оль, прими наше поздравление, мы тебя очень любим, тебе готовы всегда помогать. Она выходит своим личным заказом на 6%, вы представляете? Да, своим личным заказом она делает 450 баллов уже второй каталог подряд. И вот ее зарплата здесь, скидка. Мы тебя от всей души поздравляем. Ну, хотелось бы отдельно, я вот выделила слайдами свою команду, потому что в этом каталоге мне есть кого поздравить, и это так приятно, когда есть кого поздравлять. Ну, конечно же, у меня вот, ворачиваю свои позиции, 2327 баллов по команде, моя скидка, я вам показала, да, это, ну, я думаю, что здесь скептиков нет, но вдруг кто-то будет смотреть это видео, пускай смотрит, какие зарплаты мы получаем, чтобы никто не говорил, что Ворифлейм обманывает, Ворифлейм все по-честному, и если обещали выплатить, то все выплатят. Так, и вот отдельно хотелось бы выделить, прежде чем, да, начну поздравлять уровни, которые в моей команде есть, хочу поздравить Цигайлу Елену, потому что она, вот честно, она меня вот мотивирует очень сильно, и немножко взрывает мой мозг. Елена Валерьевна – это мой учитель математики, мой школьный учитель математики. Она написала мне в Одноклассниках и очень активно приступила к работе. Представляете, давайте вот я отдельно просто поаплодируем. Да, вообще, она мне звонит, она меня спрашивает. И я так рада, она даже меня, наверное, ворачивает к жизни. Я после того, как она зарегистрировалась и начала активно работать, она лично, представляете, она вот в этом каталоге зарегистрировалась, жалко, ее нет сегодня на нашей поздравлялке. Она каждую неделю скидывала заказ. И вот последний раз у нее заказ, прямо вот 31 числа она мне звонит, я там готовлюсь к Новому году, она мне звонит, говорит, Катя, ты извини, я тебя отвлекаю, но вот у меня заказ не получается сделать. Мы начинаем с ней проверять, оказывается, у нее немножко компьютер завис, и заказ задвоился, представляете, два раза сохранился. Она звонит на горячую линию, а ей не отменяют, говорят, что нельзя. И она говорит, да ладно, заберу, распродам, куда деваться, представляете? Я вам желаю таких людей, вот таких, как она, побольше. Это просто позитивный человечек такой, да, настоящий лидер.
И самое приятное, что, как вот она говорит, я, говорит, не пойму, но мне это так нравится. И вот это самое, она говорит, как же она меня спросила, она как-то вопрос такой задала, она говорит, я прям горю. Я говорю, ну это, наверное, от того, что вы нашли себя, это ваше дело, раз вам нравится. Я думаю, что если человек себя комфортно чувствует в данной команде, в данном сфере, да, то значит это его. Согласны со мной? И смотрите, первый каталог, она мне зарегистрировалась недели 2 или 3 назад, и она вышла на 6% в этом каталоге, да, и она активно приглашает своих, в нее уже, она мне скидывает номера телефонов, которые, звони, говорит, вот этим, звони вот этим, вот это мой потенциальный лидер, вот это рекорд будет постоянно, я им ничего не говорю, я им всех тебе направляю, я им просто говорю, что это сетевой маркетинг, все, и люди, вот она активно подписывает, скажем, вот как Наташа, да, работал в Одноклассниках, скидывал. И она, вот смотрите, она вышла сразу на уровень 6%. Она сейчас участник золотого премьер-клуба от 288 баллов. И она прошла шаг 1 стартовой программы. У нее скидка, смотрите, она когда увидела, говорит, это что, я заработала? Я говорю, да, это вы заработали. Она, ну, приятно, говорит, даже не ожидала. Представляете, Лиль, давай дальше. Елена Валерьевна, я вас от всей души поздравляю. Так, ну и начинаем поздравлять новый уровень. Смотрите, хочу сказать спасибо теплому рынку. Вот долго не верила, ну, как бы знала, что работает, да? Но вот только сейчас я на своей шкуре поняла, как это приятно, когда приходят свои, да, когда приходят знакомые, друзья, когда приходят люди, которых ты 100 лет знаешь. Вот, например, Лизаева Людмила, это подруга моего детства. У нас дома были, дворы напротив, и мы с ней в одной компании гуляли. Я у нее на свадьбе подружка была, да, лично сделала 150 баллов. У нее там было немножко больше, но она не смогла один заказ забрать, да, кстати, она лично сделала на 250 баллов заказ. И она мне уже звонит и говорит, причем она тоже пока не хочет с нами работать, она просто собирает у себя на заработе. И она говорит, я даю каталог и говорю, смотрите, надо моей подруге. Представляете, когда такой заказ я увидела, я прямо, она говорит, ну как тебе нравится? Я говорю, отлично, спасибо большое. Хочу поздравить также Стеллу Агаджанян, да, это сестра Шогик, нашего моего активного партнера. Стелла вышла на 3%, она лично тоже собрала 242 балла и пригласила свою знакомую, Евгению. Евгения, я так поняла, пока с нами работать не хочет, но сделала свой личный заказ сразу после регистрации, по-моему, на 151 балл. Там тоже так получилось. Я проверяю? Да, пока. Они, девчонки, молодцы. Я очень рада, что Стелла, что Шогик в моей команде, потому что, знаете, вот, Бог посылает людей мне, которые близки мне по духу. Это вообще круто. Я хотела бы, чтобы Саша Петрик еще к нам уже в проект присоединился как активный партнер. Было бы вообще, росли бы уже вот просто на такой вот сверхскоростном уровне, наверное. Так, ну вот пока Стелла занимает 3%, да, и ее подруга 151 балл. И вот эти звезды, они вышли в этом каталоге на 6%. Шогик, поздравляю тебя, ты крутышка. Давай с тобой сейчас сделаем, наладим работу на теплом рынке, и ты вот просто почувствуешь, как это круто, когда приходят твои знакомые, которые действительно делают заказы, которые не стесняются сделать, звонить и спрашивать. Лично Шогик уже, ну, сколько, 3-4 каталога, да, в премьере клуб, 547 баллов в этом каталоге. Вот. Еще Дмитриева Люба, это тоже моя знакомая с моей школы, да, но она пока включается в работу. У Любы маленькая дочка, 6 месяцев, но уже сейчас по группе у нее 464 балла, да, круто. Люба тоже первый каталог в работе, первый каталог сразу 6%. Максимова Ольга, это тоже, я с ней лично вот общалась только по телефону, она звонит мне и спрашивает, Кать, а вот по поводу спонсорских баллов, что мне нужно? Да, вот она спрашивает, мы с ней говорим, ну все, я поняла. И через какое-то время смотрю, 2 новичка под себя подписала. Она говорит, потом говорю, а ты как? Она, ну 2 подружек подписала, но они пока будут просто заказы делать. Я хочу сумку за 200 баллов. Представляете, то есть она начала активно приглашать, потому что имела сильную мотивацию получить эту сумку. Да, мотивация – это вообще такой двигатель шикарный. И у Елены Валерьевны, я уже про нее Елену сказала, да, спасибо, что девочки в моей команде пришли. Мы будем покорять вершины, расти, и 2017 год, ну, лично для меня, и я думаю, что я для девчонок тоже все возможное сделаю,
чтобы был прям идеальным год. Мы закроем все наши уровни, все звания. Сдаться я теперь никому не дам. Лиль, давай дальше слайд. Я так думаю, что ну, январский каталог посмотрим, а вот следующий каталог уже будем расти, идти на повышение. И в нашей команде, вот наша команда, я считаю, Анину, вместе с Аниной, да, у нас пришло 18 новичков, из них пришло 7 рекрутов. Я их сюда выписала. Спасибо вам, девочки, что вы пришли. Нет, не в отпуске. Ну, просто как бы считается, да, что январский каталог, там, праздники, все дела. Я, конечно, нет. Ну, ладно, это мои стереотипы сработали, простите. Вот, поэтому будем идти на повышение. Девочкам спасибо. Кирилл Пашук, вот в команде у нас это человек, мальчик, который пришел от Елены Валерьевны, тоже такой уникальный мальчик. Он мне тоже звонит, спрашивает. Ему всего 16 лет. У него стимул огромный. И он работал до этого в Эйвоне. Если у кого-то есть вопросы, можете спросить у него. У нас в Телеграме есть. Он там был, ну, я так поняла, до хорошего уровня дошел. Ну, потом переехал и бросил. Не было как-то у него желания. И сейчас вот он на стадии сравнения идет и склоняется больше в нашу сторону. Он говорит, ну да, здесь у вас лучше, и вот это лучше, и вот это лучше. Да? Кирилл, ему-то он тоже будет смотреть. Будем я тебе помогу, будем расти вместе. 16 лет, мальчишки, я ему готова тоже помогать всем, что нужно. Молодец. Ну, давайте дальше. Да, аплодисменты этим людям, которые делают маленькие шажочки в большое дело. От нашей команды всем вам желаю счастья, тепла, добра, удачи, радости, здоровья, красоты. Чтобы не гас огонь в глазах горячий, и сбывались ваши лучшие мечты. Я поздравляю всех с Новым годом, поздравляю всех людей, которые вышли на новые уровни. На этом не останавливаться, скорее закрывать новые уровни, потому что чем дальше, тем интереснее. Я была рада с вами поприсутствовать. Спасибо вам за внимание. Пока. Итак, мы снова с вами. Поставьте плюсики, нас слышно? Раз, раз, раз. С ждем вами плюсики. Лилия и Михаил. Отлично. Ура, мы есть. Ну, как сказала Катя, чем дальше, тем выше лестница успеха, тем, соответственно, больше ваша зарплата. Я хочу поблагодарить наших менеджеров, таких зажигалок, за прекрасные поздравления, такие позитивные, яркие, знаете, такие огненные даже. Катюшка зажгла, прям мы сидели с Мишей и хохотали от души. Мы лежали под столом. Вообще здорово. Знаете, друзья, коллеги, январь – это лучший месяц для работы с теплым рынком. Я вам открою секрет. Почему? Первое. Очень много поводов позвонить, поздравить с праздником, наладить контакт и пригласить к себе в команду. Встретиться, да, отнести подарок кому-то близким, подарок Oriflame, да, красиво, как говорится, завернуть, вот, да, вместе поесть вкусный салат оливье, да, вспомнить молодость, все согревающие моменты и поговорить о том, что будущее может быть прекрасным вместе с Oriflame. А ты, Миш, что добавишь? А я хочу добавить то, что вот эти вот идущие праздники, новогодние праздники в количестве 10 дней, кто-то может расценивать их как люди неактивные, все неизвестно где. А с другой стороны, если вы проявите активность, то вы заставите именно этих людей у себя дома, у себя перед компьютерами, у себя в телефонах. То есть данные люди на 10 дней, на целых 10 дней освобождены от работы. То есть они в вашем распоряжении. Вперед, действуйте, пишите им. Накладывайте им салаты. И кормите. Но на самом деле, друзья, год начался супер. Согласитесь? Вот и закончился он отлично, и начался хорошо. И я вам хочу пожелать, чтобы вы поставили перед собой четкую, конкретную, ощутимую цель. И если вам нужна помощь в этом, то завтра в 9 утра по московскому времени я вас жду в этой комнате, и я буду вас учить делать планирование, то есть запланировать результат на год, на каталог, да, на какой-то период, на конкретное звание. Потому что если нет плана, то, соответственно, да, чего мы будем ожидать? Нет результата. Да, результата тоже не будет. И я вам хочу пожелать от нас с Михаилом, чтобы этот год
2017 год огненного петуха стал лучшим годом в вашей жизни, из всех предыдущих лучшим. Чтобы этот год принес вам много радости, много новых званий, классных результатов, и чтобы вашу команду, ой, у нас какая-то перегруппировка, и чтобы вашу команду в этом году пришли супер, потрясающие лидеры. Так, мы не одни, мы тут, да, с петухом. Чтобы в вашу команду пришли классные лидеры с петушиным характером, бойкие, да, которые будут стараться, обучаться, действовать, идти вперед. И вы сами учитесь. Друзья, не останавливайтесь, никогда не ставьте точку. Никогда не ставьте точку, да пусть будут всегда запятые, что это я изучила, следующее, это я умею, следующее. И всегда передавайте свои знания. То есть опыт, он всегда будет полезным и ценным только тогда, когда вы его передадите другим. И как говорится, да, наши ученики всегда превосходят учителей. И пусть ваши ученики, пусть люди в ваших командах превзойдут вас по зарплатам, по достижениям, потому что такой потрясающий маркетинг-план, что от этого всем лучше. И согласны? В первую очередь, конечно же, вам. Ваша зарплата также увеличится, если под вами будут гораздо больше лидеров с гораздо высоким званием, чем ваши. Да. Вот так. И это будет новым стимулом вам, соответственно, для новых достижений. И сюда еще повязку. Ну все, Лиля уже с Нового года переходит на другую тематику. Друзья, спасибо большое за то, что пришли. Спасибо большое за то, что проявляете активность в нашей команде. За супер-классную работу, за позитив. И вы нас самые-самые лучшие. И вы достойны гораздо большего. Да. И завтра мы вас ждем на планирование в 9 утра по Москве. Всем пока, классного праздника, пока-пока!